По глазам ясно. Ну, что ты об этом думаешь? Это у тебя нужно спросить. Ты за нами следишь? Мой дорогой профессор, у тебя острый ум ученого, но разбираться в людях ты по-прежнему не умеешь. Я знаю, что вы там, профессор Хеменюк. Ответьте. Нам нужно поговорить. У меня есть кое-что, что может тебя заинтересовать, Игорь. Ответь. А ты у нас? Генерал Козлов, собственно, персоной. Хочу с тобой поговорить. Опять. С чего бы мне тебе доверять? А ты не обязан мне доверять. Просто послушай и сделай выводы. Но не здесь. Рыжий лес возле железнодорожной станции. И приходи один. Что там такого важного, что нельзя обсудить по радиосвязи? Вопрос жизни и смерти. Может, твоей, может, кое-кого другого. Придется тебе встретиться со мной, чтобы все узнать. Не нравится мне все это. Знаю, профессор, но приходи в любом случае. Второго шанса не будет. Ха. Mielenkiintoista. Missä murin ne kaikki väärin oli? Sitten, kuka haluaisi olla näkymätön? Nyt on vähän panssaria, mutta tietysti niinku... Vähän niinku olis sotaan lähdössä. Tietyllä tavalla varmasti onkin. Ylimääräinen lippaallinen ja... Että varmaan kaikki sitä mieltä, että on tyhmeitä. Это был Козлов, да? Что ему надо? Пообщаться лично. В рыжем лесу. В рыжем лесу? Нельзя туда идти. Слишком опасно. Ясное дело, опасно. Как будто тебя самого это когда-то останавливало. Я буду очень осторожен. Вот только Козлову будет достаточно вытащить пушку и вышибить тебе мозги. Я категорически против. Что?
Что-то на тебя это не похоже, Оливер. Ты чего-то не договариваешь? Нет. Просто у меня странное предчувствие по поводу всего этого. Эта прогулочка может очень плохо для нас закончиться. И будь на связи, ладно? Я постараюсь помочь тебе отсюда, чем смогу. Конечно. Не волнуйся ты так, Оливер. Ну кто-то же должен. Окей, huonoja. Joo, hieno homma. Huonoja fiboja kaverilla tästä operaatiosta. Генерал Козлов, глава службы безопасности НАР. Человек из прошлого. Человек с прошлым. Я хорошо знаю таких людей. Они говорят, что мечтают о тихой и спокойной жизни, а сами жить не могут без войны и боли. Кажется, ты до сих пор не знаешь, кому доверять. Я знаю, что ты любишь, когда есть время все хорошенько обдумать, но пришло время принимать сложные решения, даже если ты не знаешь всех деталей. Kiva. Тебе, что идти на эту встречу опасно. А идти туда одному чистое безумие. Смотри в оба, нет ли там засады, ладно? Хорошо. Электронная партия, tarvittiin vielä vähän lisää, niin sitten toi olisi onnistunut. Tämän mä halusinkin. Käyn tuota kautta. Kylän kautta tosiaan. Я у вертолета. По крайней мере, на этот счет Козлов не соврал. И теперь ты решил, что ему можно верить? Еще не поздно отступить. Возвращайся, а потом мы вместе выследим и прикончим этого гада. Здесь.
Будь начеку. Они вас больше не побеспокоят. Ну, вар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 var Nauhoitus toimii vielä, mulla tässä on vahingossa pienensin ton ruudun, niin... pikkasen radioaktiivisuutta, niin ei pysty rakentamaan. Mushroomit on lopussa. Hitaasti latautuu toi suojakenttä. Tyyliin, että ei kesken taistelua kannata vaihtaa. Mitä? Onko kenraali täällä jopa ihan yksi? Руки держи на виду. Я сюда не в казаков разбойников пришел играть, профессор Хименюк. Если бы я хотел от тебя избавиться, ты бы уже давно валялся где-нибудь на дне карьера. Жду не дождусь. Возле железнодорожных путей есть вертолетная площадка. На ней брошенный вертолет. Отправляйся туда, найди кнопку питания и нажми ее. И что потом? Меня разорвет на кусочки? Нет, с тобой ничего не случится. Поверь мне. Потом возвращайся и продолжим разговор. Яха, мита имя-то со... Mitä ihmettä se on sinne kätkenyt? Ehkä nämä on sillä jonkin verran kiitollisia, että Igor ei pistä niitä hengiltä. Hei Igor, если бы Козлов хотел тебе что-то рассказать, почему не рассказал сразу? Что ты имеешь в виду? Это какая-то очень хитрая ловушка. Потом твое тело запихают в старую покрышку и сожгут. Я такое уже видел. Не лучшая перспектива. Но я хочу докопаться до сути. Ван Харинка се ва рехтета. Окей, тама пайка.
Яна нет мун. Okei, nyt vasta sai ton. Не ходи туда, я тебя прошу. Составим план. Вместе решим, что делать дальше. Я тебе расскажу, если что-нибудь найду. Все интереснее и интереснее. Связь пропадает. Игорь! Оливер! Оливер, ты меня слышишь? Бункер. Оборудование для слежки. Это не советское. Похоже, современное. Тай се ensimmäinen. Кто-то следит за мной и за всей нашей операцией. Да у них тут все. Все мои слова, планы. Но как? У нас на базе жучок. Eli joku läntinen tiedusteluorganisaatio on. Оливер! Оливер, прием! Куда ты подевался? Я уже решил, что потерял тебя. Я нашел в бункере кучу оборудования для слежки. Наверное, старый советский комплекс. Думаю, беспокоиться не о чем. Вовсе нет. Еще я нашел сведения о себе и о нашей миссии. Кто-то подслушивал каждый наш разговор на базе. Ты уверен? Может, это старые архивы КГБ? Все, что они когда-то на тебя накопали. Нет. Точно нет. Оборудование новейшее, да и... Черт возьми, Оливер, кто-то следит за каждым нашим шагом. Нужно это обсудить. Я скоро буду. Ja jos on läntinen tiedusteluorganisaatio, niin generaali tietysti voi polttaa ne, koska ei tykkää läntimaisista, länsimaisista avakoista, joo. Ты все видел, по глазам ясно. Ну, что ты об этом думаешь? Это у тебя нужно спросить. Ты за нами следишь? Мой дорогой профессор, у тебя острый ум ученого, но разбираться в людях ты по-прежнему не умеешь. Нет, я за тобой не слежу. Это укрытие какого-то тайного агента. Честно говоря, я и сам только недавно его обнаружил. Я не знаю, на кого этот человек работает, но я знаю, кто. И кто же он, генерал? Военный, со связями с иностранным агентством. Не исключено, что канадец. И зачем ты мне это показал? Не думаю, что тебе так уж важен успех моей миссии. Правильно думаешь. У меня свои причины, но на этот раз помочь тебе в моих интересах. Я не знаю, зачем ты здесь, Хименюк. Я не уверен, что даже ты сам это знаешь. Ты думаешь, что знаешь, но ты опираешься на чутье, на смутные ощущения. В это сложно поверить, но мы с тобой не так уж сильно отличаемся. Мы оба потеряли кого-то. Потеряли близких, дорогих нам людей. И теперь пытаемся вернуть их. Мы просто пешки на огромной шахматной доске, движимые могущественными силами. Но не все предопределено, и даже пешка может однажды стать ферзем. Хватит загадок. Думаешь, этот человек канадец? Твой друг Оливер был с тобой все это время. Он единственный, кто круглые сутки поддерживает с тобой связь. Подумай сам,
Отбрось эмоции, и ты поймешь, что это единственное логичное объяснение. Он работает на кого-то. Нар? Возможно. Если так, он подчиняется кому-то из самой верхушки. Кому-то, кто даже выше меня. Твара йохтокуннала сина тапаксы. Но вся эта операция проводится неофициально. Так что здесь явно что-то нечисто. Иначе это поручили бы мне. Mielenkiintoinen kysymys, että pitäisikö tuohon uskoa? Предположим, я тебе верю. Хотелось бы узнать, что ты предлагаешь. Считай эту информацию об Оливере чем-то вроде оливковой ветви, знаком примирения. Думаешь, мне нравится играть роль злого полковника Курца? Нет, не нравится. Я приехал сюда, полагая, что это последнее задание в моей карьере. Что работа на частную корпорацию позволит мне выйти в отставку, поселиться в каком-нибудь приятном месте, перевести туда племянника. Глеб, у него никого не осталось, кроме меня. Мой брат, его отец, погиб в Чечне. А вместо этого я по уши в мутных делах жадных корпоративных крыс. Окружают меня стрёмные ученые с комплексом Бога. Когда они почуяли мои сомнения, догадались, что я собираюсь уйти, они похитили Глеба. Спрятали его, объясняя это каким-то протоколом безопасности. На самом деле он просто заложник. Ты ждешь от меня сочувствия? Нет. Во всяком случае, не ко мне. Я делал много такого, чем не горжусь. Но Глеб... У него еще есть шанс вырасти достойным человеком. Помоги мне найти его. А я помогу тебе найти то, что ты ищешь. Ту, что ты ищешь. Это не может быть совпадением. Тот ребенок. Лет 10. Что? Лучше расскажи, что тебе известно. Иначе мы будем беседовать по-другому. Настоящий охотник не убивает детенышей. Скажи Козлову, что он может забрать ребенка из поселка, но я не перестану идти по его следу. Не знаю, верите ли вы в совпадение, генерал, но я знаю, где Глеб. Что? Если вам что-то известно, то лучше... Спокойно. Он жив и здоров. Я наткнулся на него в старом бункере и освободил. Его держали... Сейчас это не важно. Где Глеб? Я отправил его в поселение Самосёлу. О нем заботятся Матвей и его люди. Надеюсь, вы не пытаетесь меня надуть. Хотя это вроде бы не в вашем характере. Спасибо. Вы достойный человек. В наши дни это редкость. Здесь наши пути расходятся. Надеюсь, нам не придется встретиться при других, менее приятных обстоятельствах. Будет лучше, если вы просто уедете из зоны Козлов. Для нас обоих. Я бы хотел уехать, но не все так просто. Я же сказал, мы всего лишь пешки в большой игре. И я собираюсь сыграть свою роль как можно лучше. Уверен, вы тоже. Всего доброго, профессор Хименюк. Ага. Lähdetään pois ennen kuin musta stalkeri tulee paikalle. Давай не будем ходить вокруг да около, Оливер. Козлов показал мне твое тайное шпионское укрытие. Зачем тебе это? Зачем ты меня предал? Ого! Только не говори, что ты ему поверил. Этот человек лжец. Как и любой генерал. Тем более ГРУшник старой школы. Так-так! Кто бы мог подумать? Наш бравый боец, грёбаная крыса! Да пристрели его уже! Надоело слушать этот скулёж!
Козлов говорил очень убедительно, и все эти улики, но нет, я не верю, что это ты. Слишком многое мы пережили вместе. Рад это слышать. Наверное, склад прослушивают. Сейчас же разберусь с этим. Но вопросы у меня остались. Если это нар, почему они просто не выбили двери и не уложили нас всех? Никогда не угадаешь, что у таких людей в голове. Давай пока что забудем об этом. Окей, или... Okei, toi ei tykännyt siitä, kun... Oliver on ainoa, mikä sen olisi voinut tehdä, mutta se olisi menetetty tässä tilanteessa, jos mä olisin ollut sitä mieltä, että nyt kerrot kaiken. Kuulosti nyt siltä, että niinku osuttiin kyllä kultasuoneen, mutta kun... Niin ne on kaikki tän... Igorin niittolaiset, niin on ihan käsittämättömiä ongelmia. Siis ihan täysin niinku... Se oli 3.8, eli 0.3. Nyt tää näyttää vähän paremmalta. Tästä ei tullut oikein tulosta, että onko tämä oikeasti niinku näkymättömyys toimiiko se kovin hyvin. Materian negaatiopattereita vaan lisää sitten ja... Tarkemmin ajatellen, mä aletaan varmaan olemaan kyllä aika lailla
aika loppusuoralla. Tuolla kaverilla on kyllä tapana ollut tuossa tiellä, mutta katsotaas nyt. Игорь. Слушай, может поучишь меня? Ну я сразу. Давай в другой раз. Как скажешь. Эрикоисжоуккуен сотилас тämmöisessä соluttautumisessa tehtävässä. Se nyt vaan on tosi niinku. Okei, tuossa oli teksti myöskin. Что случилось, Игорь? Your base is comfortable. Eli niinku moraali nousee. Kun on mukava peissi. Okei, nyt tuli tehtävä siitä, että ollaan valmiita tota noin, niin ollaan valmiita lähteä. Suojakenttä ja raidetyki jollakin näistä kavereista. Missäs ne on? Готов действовать. Okei, eli tää nyt tarvii selkeästi niinku suojaa. Какой у нас план? Tän tuo artifaisi tarkoittaa oikeesti.
annan sille plasma-aseen, niin jos on 2 pistettä parempi, 1 piste parempi. Selvä, herra saa plasma-aseen sitten. Tekellä armo nyt tosi pitkään, tosi suurin osa pelistä niinku äärimmäisen hyödyllinen. Hyödyllinen vehjä. Siis voisin sanoa, että niinku pelin parhaita siis hyöty painosuhde. Игорь такие поругал и асает. Пора уже действовать! Каси и каси. Ну и хрена ли? Окей, кавери тарвий кюля селкеести паремман парсен. Vaikka sillä on resistanssi, on kyllä... Okei. Peli ottaa huomioon sen juhti, jotka oikeasti osaa tapella. Может, уже возьмемся? Okei, tää on ilmeisesti ihan hyvä yhdistelmä, katsotaas nyt. Perceptioni on 9. Koskaan ei voi olla liian painoharhainen. Mm-hmm.
Se on ihan hyvä kyllä. Voisinpa jopa sanoa, että niin. Näillä todennäköisesti pärjätään hetkinen. Joo. Anyway. Tää oli mielenkiintoista. Pelit päästiin pitkälle. Seuraavaksi on haisti vuorossa, mikä varmaan niinku huomenissa tai joskus viikonloppuna tulee pelattua. Eli tällainen tällä kertaa Tšernobylaitti alkaa pikkuhiljaa kääntyä loppua kohti. Tässä on lopun tunnelmia jo pitkään, mutta nyt juoni pääsi liikkeelle sillä lailla kunnolla. Päästiin kikkailemaan aikamatkustelun kanssa. Okei. Hyvää päivän jatkoa. Illalla luultavasti striimaan meidän killan niin kuin Star Citizen operaatiota. Tällainen idea. Okei. Taukoa. Moi.